В Страсбурге на границе Франции и Германии открылась выставка, собравшая 27 произведений искусства, похищенных нацистской Германией и возвращенных на родину в конце войны в надежде вернуть их законным владельцам или потомкам. Часть этих полотен Гитлер собирался выставить в музее, который он планировал построить рядом со своим родным городом. Другие картины планировал передать в личную коллекцию Геринга. Визитной карточкой города Сан-Себастьян в стране басков служит скульптура и монументальное искусство, растворенное в пространстве города. Цель проекта БАИ – сделать творчество современных скульпторов и художников общедоступным. Ежегодно организаторы приглашают 4 художников, которые по-новому интерпретируют общественное архитектурное пространство города. Галерея Тейт представляет редкую возможность увидеть сразу 2 из бесконечных зеркальных комнат Яйои Кусамы. Художница известна своими инсталляциями с эффектом погружения. Ее зеркальная комната «Люстра скорби» посредством вращающихся хрустальных светильников создает у присутствующих иллюзию безграничной вселенной.